остатки финской мельницы, друзья. То, что осталось от нее. Фундамент немного. Выглядело так. Сейчас это кемпинг. Я разговаривал с хозяином кемпинга. Он говорит, в 18 году приезжали предки, финны. Вот, тех, кто строил эту мельницу. Оставили фотографии того, как было. Я туда не пойду, не буду снимать, перефотографировать. Вот вчера хотели здесь остаться здесь ночевать, но не доехали до сюда. Это как раз по пути в Рускеалу. Подъезд, правда, не очень, но так заехать-то стоит, я думаю. Ну, посмотрите, как валяется мрамор. А воды какого цвета? За счет железа, наверное, насыщенные. Ну, места классные, шикарные, и, ну, стоит посетить однозначно.